Я очень рад, что Александр Бурунковский, мой бывший студент и ныне замечательный режиссер, за плечами которого уже много интересных, своеобразных работ. А сейчас вот он делает работу об Одессе, откуда он сам родом, и которая для меня город, родина моей кинематографической биографии. Я там начинал свою первую картину «Весну на Заречной улице». Она снималась в Одессе. С этим городом связано столько потрясающих имен, начиная с Пушкина. Это связано с музыкой, с великим, легендарным Утесовым. И вообще это поразительный город. Поэтому я приветствую всячески этот замысел и думаю, что он воплотится, реализуется так же здорово, как это обычно получается у Александра Бурунковского.